Здравствуйте! Сегодня продолжаем курс лекций по дисциплине методология и метод научных исследований для образовательной программы 7М07104 «Транспорт, транспортная техника и технологии». Курс лекций подготовлен кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Транспортная техника и логистические системы» Курмашевой Бахыт Куанышевой. Рекомендуемая литература та же, что и определена была в первой лекции. С этой литературой вы можете ознакомиться как и в электронном ее варианте, так и в бумажном в нашей библиотеке Карагандинского технического университета. Тема сегодняшней лекции – логическая структура научной деятельности. План лекции – средства научного исследования. Второе – временная структура научного проекта. И третье – исследовательские подходы определения цели. Средства научного исследования. Средства познания по-другому можем определить следующие – языковые, материальные, математические, логические и информационные. Начнем, например, с средств познания математических. Математические средства познания определяются различными видами уравнений, которые выражают или же определяют различные физические процессы. В виде математического моделирования, уравнения регрессии, дифференциальных уравнений, систем уравнений и прочего. Средства познания логические. Это же, конечно же, суждение о той или иной проблеме, задаче, которую вы решаете. Логические, можно сказать, это более субъективные средства познания. Средства познания такие, как информационные. Это различные виды источников, которые вы используете в своих научных исследованиях. Будь то интернет-ресурс, будь то различного рода публикаций, статей, далее тезисов докладов, монографий, учебно-методической какой-либо литературы, средства познания информационные будут этим определяться. Языковые средства познания могут быть языковые в виде языков программирования различных, да, и также использование каких-либо прикладных программ для определения необходимых факторов, параметров и прочего в ваших научных исследованиях. И материальные средства познания, здесь определены они в виде каких-либо приборов, стендов, оборудования, да, то, что вам определяет какие-либо исходные параметры, либо же, наоборот, выходные параметры для определения ваших результатов научных исследований. Методы научного исследования разделяются на такие два основных признака – эмпирические и теоретические. Здесь мы рассмотрим классификацию такую вот небольшую. В следующей третьей лекции у нас как раз-таки будет рассматривать будем вопрос именно эмпирических и теоретических методов научного исследования. Что относится к теоретическим методам научного исследования? Это методы операции и методы действия. Методы операции у нас определяются такие, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделирование, мысленный эксперимент, воображение. Это методы операции. Это то, что мы, в принципе, можем выполнить на основе тех средств познания, которые были с вами определены до этого. Методы действия, диалектика, научные теории, функции метода, доказательства, метод анализа систем знаний, дедуктивный аксиоматический метод, индуктивно-дедуктивный метод, выявление и разрешение противоречий, постановка проблем, построение гипотез. В принципе, вначале мы проводим какие-либо операции. Да? Мы, например, в своих научных исследованиях начинаем с аналитического обзора. Далее мы, возможно, сравниваем, да,
Помимо этого, после сравнения мы, например, предлагаем какой-либо вариант, например, абстрагирование, да, далее конкретизируем, могут быть использованы подряд эти методы операции, либо же что-то конкретное, формализацию проводим предложенного варианта и так далее. Мы проводим какой-то мысленный эксперимент, либо же проводим какое-либо воображение. Далее же после этого, после того, как мы представили себе какую-либо модель, абстракцию, да, мы ее формализовали, мы представили, провели аналогию с чем-то, да, сравнили, провели мысленный эксперимент, что там необходимо делать. Дальше мы должны доказать те или иные вот эти вот наши результаты после проведения методов операции. И вот здесь вот можно будет использовать методы действия, например, такие как дедуктивный, индуктивный метод, да, когда мы можем перейти от общего к частному, либо же наоборот от частного к общему. Да. И помимо этого мы здесь же выявляем и разрешаем противоречия, и после того, как мы провели основные методы действия, конечно же, мы ставим какую-либо проблему, либо задачу, которую будем решать, и на основе этого строим гипотезу. Построение гипотезы, можно сказать, это окончательный метод теоретического научного исследования. После этого мы переходим, например, к экспериментальной части, да, к методам операции, тоже мы будем определять, таким как планирование эксперимента. Что же касается эмпирических методов научного исследования, здесь также разделены на две основные подгруппы. Это методы операции и методы действия. Методы операции — это изучение литературы, документов и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос, устный или письменный, экспертные оценки, тестирование. Значит, эмпирические методы — это, в принципе, методы, которые могут больше соотноситься к социально-политическим наукам. Почему? Поскольку здесь у нас как раз-таки идет, вот вы видите, опрос, экспертные оценки, да, либо же тестирование, на основе которых, на основе этих результатов, каких-либо статистических данных, да, мы выходим на определенные результаты. И методы действия — это методы отслеживания объекта, обследования, мониторинг, изучения и обобщения опыта. Метод преобразования объекта — это опытная работа либо эксперимент. И методы исследования объекта во времени — это ретроспектива либо прогнозирование. Методы действия, конечно же, они также используются совместно с методами операции, могут совместно с теоретическими методами действия и операции также использоваться. Здесь вот основное, которое можно сказать, чаще всего будет используется в наших технических науках, конечно же, мы будем использовать эксперимент, можно использовать методы действия, такие как прогнозирование. При использовании методов действия эмпирического классификатора, да, здесь чаще всего это будет уже так же, как и в теоретических методах, доказательства тех предположений, тех измерений, которые были выполнены в методах операций. Прогнозирование, значит, после изучения литературы, да, документов, которые относятся к вашим научным исследованиям, вы можете сделать какое-либо прогнозирование, прогнозирование развития того или иного объекта, дать ему экспертную оценку по прогнозированию на предмет работоспособности вашего предложения. Временная структура научного проекта либо организация процесса проведения исследования. Можно сказать, с чего вы должны начинать свои научные исследования. В первом семестре у вас были общеобразовательные дисциплины. Во втором семестре у вас не было научно-исследовательской работы магистранта. Во втором семестре вы начинаете научно-исследовательскую работу магистранта. Здесь вы уже конкретно должны со своим руководителем определять организацию проведения своих научных исследований. На этапе поступления в университет вы определились с тематикой, выбрали тематику,
определили содержание своей работы, но чаще всего, конечно же, работа, максимальная работа, большая часть выполняется как раз-таки во втором семестре. Третий семестр – это такой, можно сказать, подытоживающий семестр ваших научных исследований. Четвертый семестр нужен для оформления вашей работы. Поэтому второй семестр наиболее важный, я так считаю, в программе магистратуры, в двухгодичной программе магистратуры. С чего мы начинаем? Мы начинаем с фазы проектирования, далее переходим к технологической фазе, и далее мы переходим к рефлексивной фазе. В принципе, ваша часть фазы проектирования, она уже должна была быть сформирована в первом семестре. И вы должны уже переходить сейчас к технологической фазе. К технологической фазе, к стадии проведения исследований. Но что входит у нас в фазу проектирования? Например, начинаем мы со стадии концептуальной. Здесь, в этой стадии, у нас определены 4 этапа, такие как выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели исследования и выбор критериев. Что такое выявление противоречия? В принципе, мы можем определиться с этапом не только выявления противоречия, а начинать мы с аналитического обзора, с изучения вопроса, которым бы вы хотели заняться. Любая работа должна начинаться с идеи. Какова может быть идея работы? Там, идея работы улучшения энергетических показателей двигателя, да? Либо же повышение, либо же улучшение технико-экономических показателей и так далее. Значит, здесь у нас, в принципе, какая-то идея работы она должна быть. Изучая литературу, проводя аналитический обзор, вы не можете охватить всю транспортную систему, да, либо же все вопросы, касающиеся автомобиля и прочего. Поэтому вы должны определить, в каком направлении вначале вам необходимо двигаться. Либо же на этом же этапе, если это все-таки выявление противоречия, вы, конечно же, изучая литературу, изучая, можно сказать, рынок транспортной техники, да, вы определяете, что в данное время, например, основной проблемой, да, или основной задачей транспортников, инженеров по транспорту является улучшение там эргономических показателей. Ну, это я, к примеру, это говорю. Эргономические показатели для большего комфорта оператора, водителя, да, транспортной техники и повышения производительности за счет повышения эргономических показателей. Ну вот здесь вот вы определили на этом этапе, вы выявили какие-либо противоречия. Далее сформулировали проблему. Значит, здесь проблема, например, является такая, что есть снижение производительности из-за уменьшения эргономических показателей, либо же нехватки этих эргономических условий при работе оператора внутри кабины, например. Да, вот это вот формулирование проблемы. Далее определение цели исследования. Значит, какая цель может быть, возникнуть на основе этой проблемы? Конечно же, в реальном формате, в реальном режиме я бы этот вопрос задала бы аудитории, хотела бы услышать от вас ответ на предлагаемую мою проблему, но в режиме такой видеолекции, конечно же, я свой пример цели исследования, например, приведу. Определение цели исследования может быть такое, что повышение, улучшение, повышение, да, эргономических показателей для, с целью повышения производительности строительно-дорожной машины. Ну, например, да, здесь небольшая тавтология прошла, да, но при этом, в принципе, цель исследования прослеживается. После этого мы определяем критерии. Здесь, конечно же, эргономических показателей очень много. Кто изучал дисциплину производственную эксплуатацию технологических машин на этапе бакалавриата, мы как раз-таки рассматривали с вами, какие
эргономические показатели могут быть. В эргономические показатели входят и гигиенические показатели, и силовые показатели, физические возможности оператора, да, это обзор с кабины оператора и так далее. Значит, здесь мы должны уже конкретно выбрать критерии, чем мы будем заниматься. Если мы возьмем гигиенические показатели, значит, там вентилируемость будет. Если мы возьмем, что повышение производительности может быть только после того, как мы улучшим обзор с кабины оператора, чтобы рабочий орган прослеживался на все 100%, да, тогда мы этот критерий определяем. И обязательно на этом этапе мы должны поставить себе ограничения, да, условия, которым мы будем придерживаться. Если мы берем, например, тот же обзор, да, это остекленение кабины, в качестве критерия, то, конечно же, мы должны обязательно поставить ограничением, что мы не учитываем, например, температуру окружающей среды. Например, да, такое ограничение мы можем поставить. Помимо этого, мы можем, например, поставить, что у нас ограничением является, конечно же, толщина перегородок остекленения, да, поскольку без перегородок остекленения, конечно же, кабину можно сделать, она будет, например, в виде шара, да, но это уже решение совсем другой задачи. Следующее переходим мы к стадии моделирования или построения гипотезы. Это относится к построению гипотезы у нас к методам действий теоретического исследования, да, когда мы определяем уже какую-либо гипотезу. Мы предлагаем свой вариант. У нас есть цель исследования, это повышение производительности с целью улучшения, с улучшением обзора видимости с кабины оператора, да, выбор критериев мы определили, и теперь построение гипотезы. Что необходимо сделать? Значит, мы увеличиваем остекленение, да, либо же мы для того, чтобы уменьшить, то есть увеличить обзорность, мы приподнимаем кабину оператора, да, ну, конечно же, не на значительную высоту, потому что чем выше мы поднимаем, тем меньше мы видим то, что у нас находится в нижней части, да, можно сказать, ближе к кабине. Поэтому здесь, конечно же, высота установки кабины, она также важна. Поэтому построение гипотезы будет учитывать ваше предложение с точки зрения работоспособности, возможно, этой конструкции. Но построение гипотезы, оно определяется хоть и методом действия теоретического исследования, то вы можете в любом случае обратиться к методам операции, когда вы абстрагируетесь, проводите какой-либо мысленный эксперимент и предполагаете, что для решения данной проблемы, для решения данной цели, да, можно определить такой вид конструкции. Да, это будет абстрагирование. Далее уточнение, конкретизация гипотезы. Конкретно здесь на этом этапе вы, конечно же, определяете уже задачи для решения поставленной цели. Стадия конструирования исследования – это декомпозиция, определение задач исследования, исследование условий, ресурсных возможностей, построение программы исследования. Но здесь вот как раз-таки задачи исследования у вас должны быть полностью расписаны для решения поставленной цели. Да? И, конечно же, задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы они в конечном этапе от первой задачи до последней определяли вашу цель исследования. В магистерских диссертациях достаточно 3-4 задач, которые решали бы вашу проблему, вашу задачу. Еще раз повторю, что проблема решается у нас в основном в докторских диссертациях. В магистерских диссертациях решается задача в проблеме, да, либо же под проблему. Далее исследование условий ресурсных возможностей. Вы, конечно же, должны будете уже свои ресурсные возможности определить, насколько вы имеете возможность к получению той или иной информации, либо же при выполнении данной задачи достаточно ли вам познаний в этой области
исследований и так далее. Значит, эти ресурсные возможности, конечно же, могут быть не только, конечно же, субъективными быть, но и объективными. Да? Значит, здесь можно еще и определить, какие условия вам необходимы для построения вашей гипотезы. Это, например, если вам необходимо будет разработать данную модель, новую модель, вашей конструкции, то, конечно же, вам необходимы будут какие-либо материальные ценности для разработки данной модели. Третье – построение программы исследования. Про построение программы исследования чаще всего многие ученые, исследователи, они почему-то пренебрегают этим, да, но программа исследования – это, можно сказать, такая вот блок-схема, которая помогает вначале самому исследователю разобраться в том, что он будет делать, потому что иногда задач недостаточно, и задачи, они более широкого формата, да, то в каждой задаче можно определить какие-то подзадачи. Вот как раз-таки в программе исследования, в блок-схеме можно эти подзадачи расписать. И, конечно же, это будет очень удобно и выгодно для вас при защите вашей работы, при представлении вашей работы. И те, кто будет оценивать вашу работу, это или экспертная комиссия, да, рецензент, член аттестационной комиссии, при построении такой программы исследования, да, и ее презентации, как раз-таки многие вопросы могут отпасть. Для чего вы все это делали? От начального этапа до конца эта программа исследований вам позволит показать, каким образом решаются все ваши задачи. Далее стадия технологической подготовки исследования. Ну, стадия технологической подготовки исследования здесь, конечно же, когда вы определили программу исследования, вы уже можете сказать, какие у вас ресурсные возможности, да, какие вы задачи будете решать. Значит, вот здесь вот она идет переход к основной технологической фазе. Вот все, что касается фазы проектирования, в принципе, это все определяется в обведении вашей работы. Да. Это сначала у нас актуальность идет, далее у нас идет идея работы, цели работы, задачи исследований, научная новизна, научное положение уносимое на защиту. А далее у нас есть автор защищает, методы, применяемые методы исследования, да, а далее у нас апробация работы и так далее. Структуру магистерской работы мы с вами немного позже тоже рассмотрим. Это будет у вас фаза проектирования, это ваше введение, это ваш индивидуальный учебный план, в котором вы как раз-таки это все расписывали, ваше содержание работы. Далее мы переходим к технологической фазе. Это стадия проведения исследования и стадия оформления результата. Уже на стадии проведения исследования в теоретическом этапе вы как раз-таки свою гипотезу проверяете на достоверность, доказательства проводите на теоретическом этапе, используя различные методы, которые мы с вами рассмотрели, методы операции, методы действий. После предложения этой гипотезы, ее рассмотрения, да, это может быть и разработка математической модели, это может быть и разработка экономико-математической модели, это может быть определение регрессии, либо же корреляции каких-либо данных, все зависит от того, какую цель исследования вы преследуете. На этом теоретическом этапе, например, если мы вернемся к той цели, которую мы задали, повышение производительности с целью увеличения, то есть при увеличении, да, остекленения на теоретическом этапе, что мы можем? Мы можем установить зависимости, например, коэффициентов остекленения, да, эргономического коэффициента, такого как обзорность, мы можем установить зависимость, эту обзорность в зависимости от высоты установки кабины, от дальности расположения рабочего органа от кабины. Это может быть и как раз-таки наличие перегородок в остекленении. Значит, вот здесь как раз-таки на теоретическом этапе, используя все ваши знания, средства познания, которые мы вначале с вами рассмотрели, вы будете определять, то есть доказательно на теоретическом этапе
добиваться своей цели исследования. На эмпирическом же этапе вы, конечно же, должны будете доказать ваши теоретические исследования. Каким образом это необходимо? Это может быть и эксперимент, как натурный эксперимент, так и машинный эксперимент. Но понятное дело, что, например, если мы рассматриваем на примере автогрейдера, то разработать новую кабину – это, конечно же, очень дорогостоящий процесс, и не любой, можно сказать, завод-изготовитель взялся бы просто так выполнить вам новую кабину с новым остеклением. Да? Поэтому эмпирический этап, ну, например, для такого исследования может заключаться в машинном эксперименте. Это может, либо же это может быть какая-либо модель, в программе, в прикладной программе, такой, например, как ANSYS, да, и такой машинный эксперимент можно провести. В результате эмпирического этапа вы должны получить сведения, более схожие к теоретическому этапу, да, ну и, конечно же, сходимость и верификация данных у вас должна быть. Что такое сходимость, да, мы с вами немного рассмотрели в прошлом занятии, но это мы оставим еще также и далее. Помимо этого, должна быть, конечно же, должен быть критерий такой, как воспроизводимость, для того, чтобы вы потом, если это был натурный эксперимент, вы это могли применить уже и на полном эксперименте, на автогрейдере на самом, да, если это был машинный эксперимент, то также вы его, конечно же, могли бы воспроизвести натурно. Переходим к следующей стадии, это стадия оформления результатов. В принципе, вы провели теоретический этап, вы провели эмпирический этап, вы доказали сущность ваших исследований, да, и необходимо провести апробацию результатов. Что такое апробация результатов? Это внедрение ваших результатов. Вы можете, в принципе, эту апробацию провести, и чаще всего конкурсы и диссертации апробацию проводят на международных конференциях, на семинарах, заседаниях кафедры, когда вы представляете на экспертизу свою работу, да, это может быть и рецензирование работы, да, это может быть и работа, оцененная вашим руководителем, консультантом и так далее. Значит, вот здесь вот апробация результатов, это, можно сказать, предоставление вашей работы, ваших результатов исследований научной общественности для получения подтверждения ваших результатов, да, согласия или же несогласия, какими-либо замечаниями, предложениями и прочее. Апробация результатов, я еще раз повторю, это может быть как выступление на международной конференции с публикацией докладов, ну, тезисов докладов, это может быть и публикация научной статьи, это выступление на различного рода семинарах, научных семинарах, на кафедральном заседании и так далее. Далее, конечно же, после того, как вы прошли такую оценку научной общественности в данной отрасли, вы можете переходить к оформлению результатов. Оформление результатов – это оформление вашей магистерской работы. Поскольку, опять же таки говорю, чаще всего, когда вы представляете на уже к общественности свои результаты исследований, могут возникать какие-либо противоречия. Вы можете вернуться к начальной стадии, концептуальной стадии, это выявление противоречий. Почему? Поскольку ученые, которые либо же инженера, да, те же, которые бы увидели ваши результаты исследований, может быть, с вами были бы не согласны, либо же идею бы они поддержали эту, но при этом они бы внесли бы какие-то коррективы, предложения. Но понятное дело, что каждый исследователь может соглашаться, либо не соглашаться с данными замечаниями, либо предложениями, но при этом, конечно же, доказать обратное, что ваши научные исследования, результаты научных исследований, они оправданы и достоверны. Ну и рефлексивная фаза, конечно же, в магистерской диссертации, такой как таковой рефлексивной фазы, может являться это получение вашей степени, академической степени, да, рефлексивная фаза может быть еще и уже внедрение ваших результатов исследования. Если вы предложили новую конструкцию и ее поддержали на апробации результатов, то почему бы не предложить данную разработку
заводу-изготовителю, да, и так далее. Поэтому рефлексивная фаза, это можно сказать, как фаза эксплуатации для машин. Если у нас в процессе преобразования жизненного цикла машин существуют три основные фазы, такие как проектирование, разработки и эксплуатация, то, в принципе, в научных исследованиях это то же самое. Проектирование, мы сперва проектируем какую-либо гипотезу, да, далее у нас разработка, это и идет технологическая фаза, мы как раз-таки разрабатываем все необходимые методы, применяя различные методы, мы разрабатываем методику расчета, например, да, и рефлексивная фаза, это уже стадия эксплуатации, на которой мы уже получаем результат от наших проведенных исследований. Фаза проектирования мы с вами уже рассмотрели, здесь вкратце также написано, да, что-то концептуальное, моделирование системы, конструирование системы, технологической подготовки. Научное противоречие имеет два смысла. Вернемся к концептуальной фазе. Это в строгом смысле для точных наук, когда что-то одно исключает что-то другое, несовместимое с ним. Да, высказывание, мысль – это для точных наук. Мы это уже, в принципе, определяем такие для точных наук, таких как математика и физика. Когда один закон, который был доказан ранее, он исключается после того, как применяется уже что-то другое. В менее строгом смысле для общественных и гуманитарных наук это несогласованность, несоответствие между какими-либо противоположностями, несоответствие между желательными, например, с нормативной точки зрения, с точки зрения теории и действительным, имеющимся на практике научным противоречием. Под научной проблемой понимается такой вопрос, ответ на который не содержится в накопленном общественном научном знании. Значит, это то, что неизвестно, и этот вопрос необходимо решить. Проблема – это специфическая форма организации знания, объектом которого является не непосредственная предметная реальность, а состояние научного знания об этой реальности. Под этапы формулирования проблемы, значит, у нас в концептуальной стадии есть такой этап, как формулирование проблемы, но при этом сама внутри этой стадии, внутри этого этапа есть, конечно же, операции, да. Первое – это постановка проблемы, постановка вопроса, вычленение центрального проблемного вопроса. А оценка проблемы – это определение необходимых условий ресурсного обеспечения методов исследования. Значит, если мы, например, постановку проблемы сюда можем оценить снижение эргономических показателей, то оценка проблемы – это уже мы определяем какое-либо ресурсное обеспечение, да, условия для решения поставленной проблемы. Обоснование проблемы – это доказательство необходимости ее решения научной или же практической ценности, но здесь обоснованием, например, будет, что снижение таких эргономических показателей влияет на повышение производительности или на повышение производительности, да, может обоснование проблемы, доказательством здесь являться то, что операторы, статистические данные можно собрать с операторов автогрейдера, которые как раз таки определяют, что минимальное остекленение влияет на обзорность при выполнении работ. Структурирование проблемы – это декомпозиция, поиск дополнительных вопросов, подвопросов, без которых невозможно получить ответ на центральный проблемный вопрос. Объект и предмет исследования – то, что необходимо выставлять также на начальном этапе, на этапе проектирования. И объект и предмет исследования в обязательном порядке у вас должны быть учтены в введении вашей магистерской работы. Что такое объект исследования? Это то, что противостоит познающему субъекту в его познавательной деятельности. То есть это та часть окружающей действительности, с которой исследователь имеет дело. В случае моего примера по повышению производительности автогрейдера при увеличении остекленения, да, улучшении эргономических показателей,
Объектом исследования, конечно же, будет кабина автогрейдера. Предметом исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, проекция, с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные с точки зрения исследователя – признаки объекта. Признаком моего объекта является остекленение. Значит, это улучшение остекления будет моим предметом исследования. Ну, например, в качестве того же примера, который я вам использовала при рассмотрении различных фаз, да, можно определить конкретные объекты, можно определить предмет исследования. В ваших магистерских работах как раз-таки вы это тоже должны будете для себя выделить, что у вас является объектом, что у вас является предметом. Чаще всего объектом является, например, конструкция, либо способ, да, технология, а предметом исследования уже будет являться воздействие на эту конструкцию, на эту технологию, на этот способ. Новые результаты могут быть получены следующим образом. Значит, например, исследована новая предметная область. Да? Новая предметная область у нас идет представлена на рисунки А, вот она, предметная область, новая абсолютно какая-либо, да, идет крайне исследованной предметной области, применены новые технологии. Значит, мы уже применили к новой предметной области какие-либо методы или средства познания. И одновременно исследуется новая предметная область с использованием новых технологий. Ну, вот здесь представлены вот такие вот вариант В принципиально невозможен какой-либо, поскольку он как бы предполагает, что у нас идет наложение новой предметной области уже с известными предметными областями. Поиск обобщающей предметной области. Значит, мы выделяем какие-либо элементы наших научных исследований и стараемся их объединить в одну предметную область. Все то, что мы исключаем из нашей предметной области, мы должны об этом сказать, что данные предметные области наших научных исследований не учитывают. Можно сказать, мы себя ограничиваем конкретными предметными областями для решения поставленной цели. Закономерность. Чем шире предметная область, тем сложнее получать для нее общие научные результаты. Ну, это здесь, конечно же, предметные области мы должны определить точные. Для того, чтобы, я вам говорила, при выборе критериев, конечно же, необходимо задаться какими-либо ограничениями и допущениями. Без них, в принципе, вы далее можете не идти. Даже если вы остановитесь на конкретных каких-либо параметрах, то у любого исследователя может возникнуть вопрос, учитывали ли вы внешние факторы, внутренние факторы при решении вашей проблемы и так далее. Поэтому здесь необходимо, конечно же, задать ту предметную область, которую вы будете рассматривать. Слабые науки вводят самые минимальные ограничивающие предположения, а то и не вводят их вовсе, получают наиболее размытые результаты. Сильные же науки вводят множество ограничивающих предположений, но получают более четкие, более обоснованные результаты, область применения которых, правда, весьма заужена, точнее, четко ограничена введенными предположениями. Принцип неопределенности, который будет учитываться при проведении научных исследований, здесь у нас определен как область применимости и обоснованность. Значит, область применимости у нас идет, например, на более такой, можно сказать, менее обоснованные, да, факты могут быть вот в психологии, социологии, педагогике, в экономике, биологии. Вы видите, что обоснованность по ним, она идет меньше, да, будут определяться как науки слабой версии. К наукам сильной версии уже будут относиться физика, математика, которые имеют максимальную обоснованность и доказательность своих решений. Почему определяют психологию, социологию, педагогику, экономику, наукам слабой версии, можно, в принципе, понять
просто экономика, да, у нас экономическое развитие, оно нестабильно, постоянно меняющееся, и очень факторов, много факторов, которые на нее влияют, поэтому здесь мы будем относить ее к наукам слабой версии, и обоснованность экономических исследований, конечно же, она намного ниже, и то, что мы сегодня доказали, завтра уже может быть недостоверным. Что же касается психологии, социологии, педагогики, философии, да, вот в принципе можно сказать таких общегуманитарных наук, а здесь обоснованность также, вы видите, область применимости, конечно же, высокая, но обоснованность у них низкая. Что это говорит? Что мы все с вами разные, психология человека разная, и мы можем выдавать каждое свое решение, да, поставленные задачи. Поэтому и обоснованность здесь может быть, конечно же, низкая. Если же область применимости у математики, она низкая, но при этом обоснованность очень высокая. Определение предметной области опирается над множествами. Но здесь предметные области у нас могут быть. Либо мы берем одну предметную область, либо мы берем взаимодействие одной предметной области в другой предметной области, либо мы берем пересечение двух предметных областей и рассматриваем их в общем формате, либо же мы берем только те факторы, которые максимально соприкасаются и соотносятся к двум предметным областям одновременно, либо же мы берем одну предметную область, налагая вторую, при этом исключая совместные какие-либо факторы, возможно, две предметные области, исключив при этом совместные факторы, либо же мы берем одну предметную область и какие-то небольшие познания, знания от второй предметной области включаем в рассматриваемый вопрос. Далее, тема исследования. В самом первом приближении тема исследования формулируется в его начале. Вы тему исследований своих сформулировали на начальном этапе при поступлении в магистратуру. В течение месяца вам нужно было определиться с темой ваших исследований. Но завершенный вид она приобретает, как правило, когда сформулирован предмет исследования. Ведь в подавляющем большинстве случаев тема исследования и указывает на предмет исследования. А ключевое слово или словосочетание в теме исследования указывает чаще всего на его объект. Ну, например, получается здесь повышение производительности автогрейдера за счет улучшения экономических показателей. Вот здесь объектом исследования является автогрейдер, предметом исследования является эргономические показатели. Вот это будет цель исследования. Какова же может быть тема исследования с такой целью? Это будет как один из контрольных вопросов у вас в конце вашей лекции. Исследовательские подходы для определения цели. Выявлены такие два значения. В первом значении подход рассматривается как некоторый исходный принцип, исходная позиция, основное положение или убеждение. Целостный подход, комплексный подход, функциональный подход, системный подход, комплексный подход, личностный подход, деятельностный подход, личностно-деятельный подход. В принципе, в первом значении вы будете рассматривать какой-либо исходный принцип, исходную позицию. Исследовательский подход второго значения. Во втором значении исследовательский подход рассматривается как направление изучения предмета исследования и классифицируется по парным категориям диалектики, отражающим полярные стороны направления процесса исследования. Содержательные и формальные подходы, логические и исторические подходы, логика, исторические, историко и логические подходы, качественные и количественные подходы, феноменологические, сущностные подходы, единичные и общие обобщенные подходы. В пятой степени 32 варианта, которые бы можно было использовать в исследовательском подходе. Определение цели исследования. На основе объекта и предмета исследования определяется его цель. Цель исследования – это то, что в самом общем, обобщенном виде необходимо достичь
по завершении исследований. Значит, если мы ставим целью своей повышения производительности, то по завершении исследований мы как раз-таки эту производительность повышенную должны и показать. Если, например, разработка автогрейдером при выполнении, при устройстве земляного полотна на расстоянии там 100 метров составляет 20 квадратных метров на, в час, да, то после проведения улучшения эргономических показателей у вас, например, ваша производительность повысилась до 25 квадратных метров в час. Значит, вы, можно сказать, вы достигли своей поставленной цели. Подразумевается, что по завершении исследования должна быть как бы полностью решена проблема исследования в рамках определенных его предметом, целью и поставленными задачами. Критерии оценки достоверности результатов исследования. Конечно же, любые исследования, которые проводятся, они должны быть достоверны. И чтобы оценить эту достоверность, необходимо использовать следующие критерии. Это предметность, полнота, непротиворечивость, интерпретируемость, проверяемость и достоверность. Критерии оценки достоверности результатов эмпирического исследования, значит, критерии должны быть объективными, настолько, насколько это возможно в данной научной области. Критерии должны быть адекватными, валидными, то есть оценивать именно то, что исследователь хочет оценить. Критерии должны быть нейтральными по отношению к исследуемым явлениям. И совокупность критериев с достаточной полнотой должна охватывать все существенные характеристики исследуемого явления и процесса. В принципе, все вопросы, которые были сегодня с вами рассмотрены, они определяют начальный этап, этапы фазы проектирования и решаемые задачи вами в магистерской диссертации, конечно же, должны быть определены в самом начале. Поскольку у нас это вторая лекция второго семестра, когда у вас максимально началась работа над научно-исследовательской работой вашей, вам необходимо определиться уже с технологической фазой. То есть вы должны закрыть фазу проектирования и перейти уже к технологической фазе. Но здесь были представлены такие небольшие рекомендации, которые вы могли бы использовать, например, для пересмотра ваших целей, предмета и объекта исследования. Контрольные вопросы представлены на следующем слайде, которые вы можете также изучить на сайте Универ.кейс.ту.кейз во вкладке ОМКД. Данные контрольные вопросы также будут в экзаменационных вопросах вашей летней сессии. Спасибо за внимание.